так и знала, что ты сразу же полезешь приставать. А что ты хотела? Че, куда? Мы пока... шланг дымится. Мы пока никуда еще не договаривались. Ты давай про это не говори. Я не могу, Дима, Дима. Че, так сразу, что ли? Сфоткала? Мои трусики. Примешь? А? Так это ж мужик, ёпта. Ты чё, гонишь? Чё, Наташку испугался, что ли? Сюда поляпал-то, блин, косёк вонючий. Газу дал, блин. Похоже, Рамадан, потому что в 4 утра им пишет. Зай, иди. Алло. Привет. Привет. Ты чё, спишь ещё? Нет. Ну ты какой. Время-то эти уже, блин, 10:30, всё спишь. Ну, значит, вставай, чё, я выезжать сейчас скоро буду. Сходи в душ пока, Джунджурика помой. Помою сейчас. Всё, хорошо, ладно. Так нехотя, типа, блин, ещё мыться идти. Короче, зовут его Алекс. Ну, Алёша, короче. Топовый клиент. Мне кажется, мы сейчас выдвигаемся в Кирово-Чепецк. Это город неподалеку от Кирова, поэтому мы сегодня начинаем ранний джумберинг. Вот. Короче, жена говорит, тебе надо сумку? Да, давай. Так вот ты мне новую купишь. Обмолочка, две бумаги, ёпт. Я надеюсь на то, что клиент поверит, короче. Он хочет везти на набережную, да? Я ему, короче, с утра позвонил, сказал, говорю, иди в душ, помой джунджурика. Он такой, ладно. Заставили помыть свой пистон. Джунджурика, ты помыл своего? Помою сейчас. Почему он не худеет? Вот ответ, вот ответ. Здесь кофе стоит 90 рублей, тут стоит 180 рублей. Одинаковые стаканчики, только по цвету разные. Осталось всего 40 километров. Проехали 5. Пончик съел. Как мы едем в Чепецк снимать конкретно клиентов, то мы встаем в жесткую какую-то пробку, блин. Сколько раз ездил вот не по клиентам, никогда такого не было. Сам люди даже на тебя смотрят в задней машине. Ты бы пока вообще бы переодевался, красился там, не знаю, малевался. У тебя вообще есть там клиент? Да. Николай, 32 года. 32 Женат. Года? Или у него тёлка есть, и мне его тёлка писала, короче. Нахуй ты моему Колечке пишешь что-то такое, короче. Да ладно. Да, но это давно было. Так он не придёт? Он придёт, я вчера ему. Честно скажи, ты придёшь на свидание? Он такой, приду. И просто никого нет. Короче, я решил пока подкраситься. Кто смотрит ролики, да, мельком. Они вообще, наверное, думают, что я с утра крашусь и каждый день дохожу хуй. Ну, бывает, пургу всякую пишут в комментариях. Кстати, вот Hyundai впереди стоит. Не пропустили нас. Я по-человечески так попросил. Я говорю, ребят, пропустите нас, когда мы по бровке объезжали пробку. Говорю, у нас клиенты, вы понимаете, топовые в Чепецке. Не пиздец, такого не было. Не перепиздь, красиво не получится. Давай мне, я тоже буду тональная. Она. Ебать. Для тебя тоналки нету, для тебя есть только она. Че, пойдем, полицейский разворот? Да домой на бокручку. Поехали, кальян пить. Но отсидимся на даче от часика, а потом достанем. Топовое видео. И мне чел пишет, ты даже написать нормально не можешь. Видео, а не видео. Долбай. Это еще за***ись, если пробка здесь закончится. Она ведь может не здесь закончиться, а где-нибудь там. Smile face. Мне тоже надо трусы купить, Наташа. Только такие большие, знаешь, панталоны. Тогда в Фикспрессе же были такие вроде. Бриться собрался. А? Как? Бриться собрался. Бриться? Получилось проехать пробку. Прошло примерно 50 минут. Я вообще не торопился. Максимально сделал красивые глазки. Клиенту точно должно это все понравиться. Прямо сейчас нажимайте на лайкосик, напишите комментарий. Подпишитесь на мой телеграм-канал, ссылка в описании. На Ромкины соцсети находятся ссылочки тоже в описании, ребят. На мой рутуб подпишитесь, ссылка в описании. И поджимберили. Походка, ебать. Зум еще, подзум еще. Купюры на полу, походка, я медведь балу. Короче, мы приехали в Чепецк. Сейчас звоним клиенту. Роме, поспи, чтобы он не орал. Алло, че ты где? На мире. Ну так ты че тогда подходи к дружбе? Хорошо.
понял? В чем одет-то хоть, как я тебя узнаю? У меня серая футболка, и я пошел в сумму. Ну ладно. Памятнику подходи. Все, давай, поняла. Давай. Бля, он там еще не один, прикольно будет, если он не один, бля. Хоть бы не один пришел. Короче, еще, Ром, ты сидишь в тачке, смотришь за ситуацией, контролируешь ситуацию, снимаешь на видео, там, себя, меня, короче, переодетый в Наташу. Если видишь, что я очки снимаю, значит, ты должен подойти прямо сейчас. Просто очки я снял, ты сразу же бежишь. Вот так вот? Да, ёпой, денежный. Подбегаешь сразу туда-сюда. Если я ничего не снимаю, значит, мы идем в тачку. Если мы идем в тачку, то мы его прибалтываем втроем джумбериться, короче, ехать. Короче, как-то так. Я-то что подхожу, что мы? Что я делаю? Ленчик, привет, как обычно. В смысле, Ленчик, привет, как обычно? Ты со мной приехал, ёпта. Че, типа, долго, давай уже это, я уже, у меня шляпа дымится. Приветик, че вы сидите? А, лежать. Ну, просто спросила. Привет. Ты, а ты че не предупредил-то, что ты не один? С другом все. А чё, как зовут друга-то? Дима. Дима, Лена. Пивасик, что ли, пьете? Ну, я тебе взял. Взял мне литрушку, что ли? Ну, не надо мне ничего. Как не надо? Не, я пить не буду больше. Ой, да ладно, я что, услышала запах-то? Выспался? Да не особо. Не особо? Понятно, блин, 4 утра, блин, написывал, да? Гулять пойдем или чё? Пей. Прям так сразу пей, сиди. А ты чё, себе-то не брал, что ли? Брал. А уже выпил? Да. Ну... Можешь пока из моей попить, я разрешаю. Чего? Ну пей, чё разрешаю, чё. Чё, блин, рассказывай, чё хоть-нибудь. Чего? Ну-ка дай сюда. В смысле дай сюда? Титки хочешь потрогать? Да. А ты не охренел, блин, вот так вот сразу же еще и на людях, блин. Капец ты, блин, ничего себе. Вообще, блин. Где ты была? Я ж тебе говорю, блин, из Кирова ехала. Попадос, нах, полный, блин. Что такое? Блин, ничего себе ты. Может, в кустики сразу бы хотел, блин, побежать? У тебя рука больше моей, блин. Пив, ты больше? То я думал попозже. Прямое включение из Чепецка. Вон Рома стоит. Да, вот там за кустиками с клиентами. Я на позиции. Пончик съел. Скиби-диби, пьес, ес, ес. Короче, жду сигнала. Дай бог, не выкупят парни. Я с подругой тоже приехала. Че, типа, долго? Давай уже, наша шляпа дымится. Привет, парни. Ну что, пошли уже? Че, куда? Мы пока... Шланг дымится. Мы пока никуда еще не договаривались. А че сидим? Вот, кстати, Максим, знакомься, он... Это не Максим, а Дима. Да какая разница, Дима, Максим? Ну какая разница, Лёза? Большая. Дима или Максим? Ну так Дима, че, ну? Че, пойдем? Да я думал, еще пообщаемся или что? Посиди со мной. Джумбериться сразу хочешь или что? Я уж насиделась, блин, пока ехал. Ты знаешь, мы сколько в пробке стояли долго? Вы заехали с этими пробками. Пивко бот? 10 километров, наверное, пробка-то была, да? Пивко бот? Вообще. Да, у меня есть. Балтики, девятку бот? О, давай. Сейчас принесу. Давай быстрее, что? Быстрее. Да там в машине валяется одна. Сука, такой кринги. Ну ты накрасилась, блядь. Я всегда так крашусь. Че, не понравилось, что ли? Балтика 9. Где срок годности-то? Не понравилось? Опять приставать будешь? Чего? Вот ты какой, блин, так и знала, что ты сразу же полезешь приставать. А что ты хотела? Ах, что, блин, вот как в Чепецк, блин, не приеду, так и все пристают, блин. Я как-то встречалась с одним парнем, блин, он мне все пишет, блин. Только твоей была, да. Конкретно женой. Да. Веточка, что? Да, из кустов вытащила, что ли? Не, из машины, что? Как зовут тебя? Наташа. Леха. Понятно. Димон. Наташа. Понравилось? Да, понравилось. А он... Женат, ну, я просто спросил, я же не предлагаю жениться. Я говорю, понравилось или нет, просто может не понравилось. Так понравилось? Слушай, мне на, я вообще сейчас домой спать. Я просто спросила, да. Димон, не баракуй. Ух ты, ничего себе, пенится как. Свежак? Где срок годности-то? Свежак. Точно свежак. Конечно, крепко-то не пью. Хорош. Твоя же валяется там. За я тебе купил. Я уже говорю, я чуть попозже.
Что там такое? Я ж не прям так сразу, так-то. Сегодня не продают, я на разлив взял. Так устали мы ехать. Откуда ты ехала, блядь? Че ты там на 41-м, блядь, стояла? Через 41-й же ехать-то надо, че ты тупишь-то? Девушка, вы нас не сфоткаете? Да убери. Ну, фоткаюсь, нет? Иди сюда, Димка. Нет. Че, так сразу, что ли? Сфоткала? Спасибо. Че опять? Че пьешься, как мужик пьет? Слюни, блин. Я раньше курил сигареты, и мне кажется, от этого у меня осталась привычка вот это плеваться, короче. И во рту что-то держать. Ты давай про это не говори. Почему? Она любит так-то. Говорить не надо так. Димка, что такое скучно-то? Я сплю. Бухал вчера? Бухал. Я и сегодня бухал. А завтра будешь? А сегодня нельзя. Почему? Почему? Вообще не продают, то это не означает, что нельзя. День защиты детей или что там? День молодежи. День молодежи, блин, всего на 25 дней ошибся. Алые паруса от нее. В Чепецке, что ли, алые паруса? В Чепецке. В Питере, ёпты. В Питере-то пить, блин. На корабле-то, ёпты, алые паруса-то, ёпты. А это красивая вещь, кстати. Я же сейчас танцами занимаюсь, я тебе не говорила. Стриптиз? Почему стриптиз-то нет? Тверк. Тверк и танец живота. Ну-ка, покажи. Серьезно? А вот скажи. Еще подарок для тебя привезла. Это они? Да. Это лучший подарок мужчине, я так считаю. А мои трусики. Примешь? А? Пахнет. Ну это подарок не носить ведь. Я в ахуе вообще. Че, танец-то показать? Мошки, что ли? Да поебать его какая-то. Давай. Ага. А ты вот так вот хлопай. Ну это уже как бы из тверка движения. Че? Вообще. Я сюда пришел. Фу, кайф это вообще. Че молчишь-то? Не понравился танец? Надо что-то сделать. С чем? Ну вот с той стороны. Здесь? А? Что сделать? Сама подумай. Чё? Говори прямо, что намекаешь-то. Да, воткнуть одну штуку. Какую штуку? Вот. Член какую, ёпта, чё ты? Дурака слушай. Лен, ну чё ты? Рачком что ли захотел? Чё, как пиво-то? Чё, машину пойдём? Может, что-то по делам, может? Чё? Что-нибудь? Не знаю, вон Макса прибалтывай. Да не Макс это, блядь. Ну, Дима. Почему Макс-то, ё-моё? Ну, Макса похож какого-то, на бывшего. Максим, ты что ли? Точно, блин, похож. Ё, урод, блядь. Он на Максима похож, да. Блин. Ну, деревенский-то который. Какой ты хуй всё в Кирове делаешь? Живу? В смысле? Ты ж Чепецка. Я тебе 10 раз, блин, уже одно и то же, блин, проговорила, блин. Говорю, живу-то я в Кирове, я говорю, в Чепецке часто бываю, ну, чего? Пивка можешь попить? Пиво, что ли, захотела? Что-то скучно. Давайте, пейте. А потом что вам делать? Я бы леночку хотел. Чего? Ну, как получится. А Макс что? Да какой Макс? Ну, это, да. Дима, ёп. А, Дима. Ну, а еще домой сейчас спать придется. Еще раз его Максом назовем, он точно, блин, уйдет. Макс. Да, иди-ка сюда. Хочешь, что ли? Или танец живота? Короче, надо покурить. Ага. Ух ты, бля. Димон, дай зажигалку. Пакет, пойду я. Да сейчас пойдем вместе. Че даже не смотришь, блин? Че, зажигалку-то мне на базу возвращаю, хуй ты ее в пачку села, складываешь. Да пошел ты в жопу, блядь. Увел, что ли, блядь. Че даже не интересно, блин, как я танцую. Я устал. Чего? Я лег, я спать домой. Да Макс, оставайся, чё? Да какой я день, Макс, ёпт? Да Димка, чё, оставайся? Нет, я спать. Да оставайся, чё вы? Отстаньте, я спать. Макс. Фу, блин. Опять Макс, блин. Ну чё, мы втроём остались? Да хуй ты, чё, блядь? У нас уже дымится всё. Дымится уже всё, ты чё? По-моему, у тебя уже спит. Ну, по-моему, да. Я, блин, пока натанцовывал, у меня, блин, вообще... Фу. Я тебя ходил. А? Ты чё? Меня нельзя, ты чё? Ладно, Лев.
Приветик. Привет. Че, как дела? Че, какие планы? Посидим? Пообщаемся? Тут что ли? Ну да, че такого? Так присаживайся, че, посидим. Вроде чисто. Нормально, ночку отработался, выспался. А че за работа у тебя? Биохим. Не, да, а че делаешь-то? Работаешь что-то? Обычная работа. Не секрет? Просто так говоришь, типа, просто работаю, как будто ты работаешь где-то, блин, в спецподразделении. Я агент ЦРУ. Серьезно? Ага, понятно. Что, понравилось хоть? Я же написал такой же, первый раз, что якобы внешность своеобразная такая. Ну, я-то тебе понравилось? Посмотрел, ну, нормально. Ну, просто видно, что грим сильный. А, пудра-то? Ну да, тоналки, не жалею пудры. А что, не понравилось я тебе, что ли? Ты говоришь, что у тебя рост там 165, ты выше меня, я... Блин, так вот смотри, что. Нервничаешь, стесняешься? Ну так, ничего. Так, да, немного. Понятно. А что у тебя, шмар давно не было, что ли? Сейчас хотяшь? Да почему? Ты скромный, да, вот я смотрю. Я нервничаю, во-первых. Почему? Просто ты своеобразный человек. Какой? Какой своеобразный? Ну, своеобразный. Так и скажи, что просто не понравилось, да и все. Так я не говорю, что не понравилось, но все держали разные. Я тебе подарочек принесла, подготовила. Трусики. Они же грязные. Они же грязные. Так это мои. Зачем они мне? Так я специально как бы, ну. Пакетик тебе положить-то? Ну, или, да, или да, так? Да, пакетик. Или так ты положишь карман себе? Давай. Положи так, да и все. Мой запах типа, ну. Не-не-не, не хочу. Не надо? Не-не-не, парни хочу. А? Парни, что здесь стоят? Одного я знаю, толстого не знаю. Че ты еще сюда пошли? А? В лес? Сейчас, подожди. А че, куда? Чуся. Че? Ты с ней что ли встречался? Другого себе нашла? Это бывшая твоя? Бывшая сказал. Так наш мужик, ёпта. Ты еще гонишь? Мужик, ёпта. Я вас вообще не знаю. Ты, блядь, посмотри на него. Паш. Ты гонишь? Че тебе надо? Паш, ты что, с мужиком встречался, что ли? Чего надо, Паша, блин? Я хочу такую чистой воды промыть. Ты что, блин? Вообще, блин, неадекватный, блин, какой-то. Козел, блин, вонючий, Пашка, это страшно, блин. Куда ты побежал-то? Ты куда побежал-то? Пранк. Какой пранк, блин? Говорит, это пранк. Че тогда убежал-то, блин? Так, Паша, блин, до свадьбы ты не стали джумбериться. Ты мне передернула пару раз. Я думал, а ты спишь? А я думал, почему у тебя такая рука большая? Да, поместился мне в руку. Блин-то, побежал-то, это чистой воды пранк. Да-да-да, бежал, говорил, это пранк. Это пранк. Да? Да. Я должен был это говорить, типа, это пранк, а он говорил, это пранк. Чистой воды пранк. Он вас, короче, увидел, говорит, а это что за пацаны стоят? Так я понял, потому что он так встал и такой смотрит. Почему он убежал? Я такой тоже видел. Куда побежал-то, блядь? Нормально все? Ахуй, просто, да? Болт немного спрячь. Все, давай. Я так-то, блядь, вообще, пацаны, очень красиво делаете. Приветик. А я что-то тебя не сразу увидела-то. Чем молчишь-то? Не знаешь, что сказать? Что-то иду, там села, что-то там с кем-то. Говорю же, не увидела тебя. Вот потом пригляделась, смотрю, ага, футболка-то, блин. Главное, входа. Так я тебя не увидела, но смотри, забор попадал. Че, какие предложения-то есть у тебя? Не знаю. Погулять? Погулять, что ли, хочешь сразу же? Погулять. Угу. Сразу гулянки, обниманки, да? Понравилось, что ли? А? Понравилось. Что, пройдемся? Так, можно что? Тебе нравятся танцы? Не очень. Не очень? Вот если бы я бы тебе станцевала, тебе бы понравилось, конечно. Ой! Блин! Вон, видишь, у меня даже с собой. Где же вина? Дома у меня онлайн преподавательница есть, ну как бы знакомая. Думаю, тебе понравиться должно. Бля, в чем он, что ли?
описании этого видоса вы можете посмотреть в моем телеграм-канале. Ссылочка в описании. Ты для кого танцевала-то, блин? Танцую, у меня сразу же шланг задымляется. Мы тебя хотели. Огородите? Я тебя хотел. А мы тебя? Мы приехали вдвоем, так. Мы думали вдвоечка тебя долбанем. Потом смотрим, ты с другом, думаем, вообще красота. Я Макс, а Ленка тебя. Еще и Диму можно было. И Диму еще можно было. Че, погнали или че? Или ты не согласен? В смысле? Сейчас раз, два, как бы, и все. Еще и расход. Прощай, молодость. А ты что, не договорилась с ним, что ли? Ну ты че, Алешка? Так я тебя хотел. Так поздно уже. Я уже натанцевала, блин, ты че? Че там натанцевала? Шланг, говорю, у меня уже вообще все. Дымится. Я тебя хотел. Поздно? Ну-ка на, подержи сумку. Давай. Телефон ну-ка на, подержи. Давай. В смысле, что, не понравилось, что ли? Короче, либо мы едем, либо мы расходимся тогда. Честно сказать. Что, мы делать будем что-нибудь? А я не знаю. Жарко уже. Жарко, конечно, надевалась я, да? Три кофты. Тиби-ди-бип, ес. Сейчас по делам пойду. Ты по делам собрался? А что сразу за дела-то у тебя? Вот такие вот. Что это такое? Кулаки? Разбирался с кем-то? Значит, срать захотел. Чего ты сразу? Пошел. Контратака. Контратака. Сядь, говорю же. Что-то делать надо? Предлагай. Что, может, от... Да и все. Кстати, да. Че, хуй? Или че? Че такого-то? Че, дурело, что ли? Че такого-то, блин? Подумаешь, блин, туза волосатая, и че, и шланг? Лех, ты куда? Че, куда пошел-то, блин? Я ж тебе сейчас вертушки, блин, выпишу. Че, Наташку испугался, что ли? Лех. Че сразу на автобус-то, блин? Лешка, блин, подумаешь, блин, что шланг 27, так че такого-то? Леш. У Наташки меньше. 23. Ну? Это не преступление, Лех. Леха, блин. Пиво забираю. Андрюша, это ты что ли? У нас бонус. Литрундель пива. Андрюш, я к тебе вернулась. Этого, я этого Лешу, я его бросила, короче. Первого клиента сделали, получилось даже полтора клиента. Макс. Да какой Макс? Это, блядь, Дима, Димон и Леха, получается. Да. Два. Два с половиной. Нет, два получается. Че, ждем следующих клиентов, ребят. Все, продолжаем смотреть. Вау! Ты чё, блин? Ты чё? Может, что-то попробуем написать, чтобы как-то он вышел из машины. Вот он смотрит сюда. Мы отъедем и подойдем уже пешком без машины, потому что машину он нашу видел уже. Блин, может, тебе отъехать-то? Давай быстрее, гоу. Догонишь? Ром, поехали, мы просто быстренько бы отъехали и пришли. Это тоже поле вода, но он увидит меня в любом случае. Ты вот здесь вот выйдешь-то. Понятно. Я сяду, он посмотрит ведь на меня. Ну, давай. Пиздец у нас операция. Ромка за рулем моей машины. Аккуратнее, блядь. А чё, шепотом-то говорю, все равно уже не слышно. Погнали тогда, хули, он не выходит из тачки. Блядь, он вышел, сука. Объедем. Не увидит? Не увидел. Не увидел? Нет. Он вообще куда-то пошел, еб... Опять в машине? Блядь. Ждем клиента. Вот он сидит прямо вот здесь вот за углом. Не выходит из машины. Я опять жалуюсь на очередного мужика. Почему ты из машины не можешь выйти, блядь? Лень. Он там, Наташка, блядь, ждет, блядь. В своем топовом наряде. Я что, должен прийти к нему в машину и рогатку раздвинуть? Так дело не пойдет. Ладно, за работу. Привет, ты что, где там? Ходишь по за дворам? Ж тебя жду. Привет, чё? Бэ. Ты чего? Ты чё, мужик, что? Чего? Ты чё, ладно ли с тобой? Чё, какую, блин, фигню говоришь? Что у тебя голос? А чё, тебе голос не нравится или чё? Какой? Капец, и чё сейчас? Из-за того, что у меня голос, блин, тебе не понравился? Как-то сейчас много просто твоих сил. Ты чё, блин, охренел, что ли? Я знаешь, как делаю?
Ну так чё? Чё, куда поедем-то? Гулять или чё как? А? Никуда. А? Никуда. А ты чё, женатик, что ли? Да. Ты чё, женатик-то, блин, припёрся нахрена? Нахрен ты припёрся-то? А если твоей жене, блин, всё расскажу, блин, вот потом, блин, попляшешь у меня тоже? Я-то думала, ты не женатик, блин. Припёрся, блин. А, не заводится, ха-ха-ха. Куда, блин, поехал? Куда поехал-то, блин? Газу дал, блин! Газу дал! Я сейчас тоже дам. Вот так вот. Бля, если дам, я обосру тебя. Да-да, ты-то обосрешься 100%. Я срать хочу просто. Клиентская база по Чепецку достаточно маленькая и очень тупорылая она. Просто пиздец. Ну что, ребятки, наш чепецкий ролик подходит к концу. Не забывайте обязательно подписываться на канал. Ставить лайки. Ссылку на Ромкин канал вы найдете под каждым моим роликом в описании. Так что к нему тоже подписывайтесь. Не забывайте подписываться на все наши соцсети. Все ссылки в описании, особенно на Рутуб канал. Всем хорошего настроения. Давайте до новых роликов и поджимберили. Я не один, меня знает толпа. Заходи на канал, парень, на ура. Прокачай головой и запомни, Чернов, сука, это Чернов, сука, это Чернов.